хочу пригласить вашего главного врача на сцену, Сергей Анатольевич, для того, чтобы вручить вам диплом Московской областной думы вашему славному коллективу. Продлевают агонию или продлевают жизнь. Пациенты 11-я, а так в народе все еще называют, и я уверена, долго будут называть туберкулезную больницу имени Рабухина, точно знают, за что сегодня награждают их врачей и медсестер. Точно знают, но понимают не все. Но в том, что главные герои на этом празднике, на 80-летии туберкулезной больницы имени Рабухина, именно врачи, а не пациенты, сомнений не возникает ни у кого. Ни один врач не мечтал, что я закончу институт и пойду лечить бомжей и алкоголиков в тюрьму. Ни один. Жизнь очень такая длинная очередь за смерть. В этой неизбежности одно плохое, один плохой момент, ты час не знаешь. Угу. Вот. И поэтому, пока не знаешь, будь любезен. А наше дело исполнять. Несмотря на то, что сама больница относится к департаменту Москвы, находится она на территории Солнечногорского района, и поэтому сегодня от имени исполняющего обязанности главы Солнечногорского района Владимира Слепцова награждает его заместитель и врачей, и коллектив, и, конечно, лично главврача туберкулезной больницы имени Рабухина Сергея Опрещенко. Сам глава, к сожалению, приехать не смог, так как буквально в эти минуты находится на встрече с жителями Лунёвского поселения. Сегодня также очень много наград и от области, от Московской областной думы награждает Сергей Юдаков, также и коллектив, и персонально по врачам вручает благодарственные письма. Сегодня награждают и Московское общество фтизиатров, и различные трудовые коллективы, с которыми сотрудничает наша туберкулезная больница. Конечно, это очень приятно. Много людей поднимаются на сцену. Кто-то это делает в первый раз, а кто-то традиционно каждый год. Но 80 лет, как говорит сам главврач больницы Сергей Опрещенко, для такой больницы это возраст. Меня наградили за многолетний труд. У меня в этом году 35 лет, как я тружусь в этой больнице. С пациентами и с персоналом. Конечно, я не ожидала, волнительно, что помнят. Трудиться, радоваться, не унывать, быть доброжелательными, сострадать, любить себя, пациентов. Всех без любви, наверное, нет. Любовь должна быть. Я отработала в больнице 45 лет, с 18 лет. Сейчас я уже на пенсии, продолжаю работать. Но мы тоже контактируем, да. Ходим по отделениям, считаем все. Работа такая, считаем инвентарь, следим, чтобы все было, у больных было. Работу свою люблю за... Даже не могу сказать, за что работу люблю. Сейчас нахожусь в декретном отпуске, но уже скоро на работу. В этот понедельник, следующий, 22-го, не могу без работы. Труба зовет, люблю свою работу, люблю видеть результат и знать, что это помогает людям. Всем коллегам ходить с удовольствием на работу, с улыбкой, с блеском в глазах. И от этого будет зависеть вся наша дальнейшая участь и участь наших пациентов, естественно.